Здравствуйте, уважаемые друзья! Форелевый сезон не за горами. И, как говорится, мы представляем новую серию форелевых удилищ от компании Colmic, от итальянской компании Colmic, Trout Hero. Это новая серия абсолютно, которая еще не была на российском рынке, новинка 23-го года, так сказать. Состоят удилища из четырех моделей. Я здесь себе записал, такую шпаргалочку положил, чтобы побыстрее это все было. Значит, 420 длина, тест 8-15, 430 длина, тест 10-20, 440 длина, 15-30 грамм тест и 450 длина, 20-40. По карбону, по углю, не пишет производитель, какой здесь уголечек, но по моим ощущениям это порядка 30-36 тонн. То есть серия считается достаточно средней, такой средний бюджетный, недорогой абсолютно, но при этом достаточно надежный и неплохой в руках. В плане, я имею в виду, баланса. Значит, хлыстик комплектуется двумя подвижными кольцами для распределения нагрузки. Дальше на втором колене подвижных колец у нас нет. Ну и, соответственно, дальше идет уже коленцы достаточно хорошо обработаны. В комлевой пробки я вам сейчас показывать не буду. Здесь нету неопреновой вставки. Почему? Потому что наплывы вот эти вот лака и примотки колец, они позволяют ложиться кольцам на эти наплывы и не повреждать вставки колец. Колечки достаточно бюджетные, да, известные, то есть ничего здесь такого там сверх облегченного и дорогого нету, то есть средний вынос колечка относительно бланка, точность так же, как и катушка-держатель, здесь моделька Colmic. Наклеечка у них стоит. Мягкий достаточно ползуночек с мягкими резиновыми вставками, чтобы лапка катушки там не болталась, не щелкала и так далее. По размеру катушки сюда совершенно спокойно стоит 3500 по Shimano. Влезает, ну больше в общем-то и не надо. Значит, по транспортной длине, тоже у меня здесь записано, 135 сантиметров первые три, это 420, 430, 440 модели, и 140 сантиметров транспортная длина у 450 длины. И по весу, крайне важный момент, да, значит, начнем. 420 модель, тест 8-15, вес 180 грамм, 430 10-20, тест 225 грамм, 440 15-30, тест 245 грамм, и 450, которая с тестом 20-40 грамм, весит 265 грамм. Диаметры комля сразу самый лайтовый до верха, 16-17, 18,5 и 20. Мерил я вот под катушкодержателем. Значит, давайте разложим, посмотрим строй. Итак, друзья, разложили, значит, 420 длина, заявлено это номер 4 удилища, вот смотрите. Реальная длина 416 сантиметров. Вот такой строй, посылистая палочка, неплохо лежит в руках. Смотрите, ну, чувствуется, конечно, недорогой уголь, то есть такая чуть-чуть глуховато, но тем не менее она достаточно бросковая. Нагрузим. Вот смотрите, я сильно упираюсь, то есть в принципе ее можно использовать и на форели, на капа, она отлично амортизирует, никаких вопросов в этом отношении не вызывает. Значит, следующая моделька у нас 430, это номер 5, 438 сантиметров, ее фактическая длина, здесь уже жестче немножко средняя часть, видите, вот давайте нагрузим, ну, строй точность такой же, как вы видите, такой хороший средний строй, рабочий. В фидерах бы это назвали полупараболик. Значит, 440 длина, это цифра 6 у нас, удилище по цифре 6. Фактическая длина здесь очень интересна. Она точность такая же, как у предыдущей, 438. Ну, может быть, мне такая моделька попалась именно конкретно, да, что-то там не так допилили, но на самом деле она точность такая же по фактической длине. Но вот по строю как раз она пожестче, побыстрее нагружаем. Видите, вот она уже
Тест дает свое, да, и серединка здесь достаточно жестенькая уже. Но при этом она остается такой же посылистой. И 450-я длина, самая мощная, это седьмая серия. Фактическая длина ее 445 сантиметров. Здесь строй уже, видите, такой вот бросковый, то есть достаточно жесткая серединка. То есть вы можете бомбарды кидать совершенно спокойно в пределах теста, такой очень хорошо вгружаясь. Видите, вот натягиваем. Но при этом отлично работает на амортизацию рыбки, никаких проблем. Итак, друзья, посмотрели строй, неплохие палочки, выбор за вами. Забыл сказать, комплектуется удилище каждое защитным колпачком на кольца. Надежный пластик, жесткий, на него можно, по-моему, даже наступить, ничего с ним не будет. И вот такой вот чехольчик, он тоже симпатично смотрится в плане цвета, такой голубенький с оранжевым, можно в подарок подарить и так далее. В запахе не впитывает, это чистая синтетика, соответственно, мгновенно сохнет и, в общем-то, неплохо прошит, там каких-то косяков с нитками торчащими и так далее. Я вот ни разу не наблюдал здесь. У меня к вам большая просьба, пожалуйста, если видео понравилось, то отблагодарите меня, нажмите вот большой пальчик вверх и кнопочку подписаться. А также в магазине Multifish вы сможете всегда получить в период действия акции бесплатно до 2 запчастей в год. Если вы подписаны на социальные сети магазина Multifish, это ВКонтакте, YouTube, Телеграм, да, и желательно это Facebook, Instagram, Рутюб. На этом все. Подписывайтесь, покупайте. Всего вам доброго и до новых встреч.